Всем здравствуйте! Я всех приветствую на своем канале, своих любимых дорогих подписчиков и тех, которые первый раз ко мне зашли на канал. Сейчас будет расклад для женщин, будет он называться «Что он ко мне чувствует?». Вам нужно будет загадать одну цифру от 1 до 6, чисто интуитивно. Подумайте, загадывайте. Итак, первый вопрос. Что же он чувствует к вам? Цифра номер 1, первая карта. Цифра номер 2, вторая карта. Цифра номер 3, третья карта. Цифра номер 4, четвертая карта. Цифра номер 5, пятая карта. Цифра номер 6, шестая карта. Посмотрите хорошо. Итак, смотрим. Цифра номер 1, кто загадал, первая карта. И что же он чувствует к вам? Загадочность. Вы для него кажетесь загадочной женщиной. Он вас полностью узнать не может. Иногда вы ему кажетесь очень хорошей, иногда такой зловещий. Он никогда не знает, что от вас ожидать. Вы для него очень загадочная, мистическая, желанная в то же время и отталкивающая. У вас что-то есть такое таинственное. Я так предполагаю, те, наверное, кто загадал цифру номер 1, у вас есть что-то такое магическое, я бы сказала. Вы сами по себе, ну, как ведьма. Может быть, вы и есть ведьма на самом деле. Поэтому этот мужчина к вам такой же и чувствует, что от вас и исходит. Он не полностью может вас понять, он даже где-то, может быть, вас изучает еще, изучает. И неважно, сколько вы с ним живете, в браке 100 лет или только познакомились. Вот это отношение к вам такое где-то непонятное еще. Что он думает об ваших с ним отношениях на данный момент? Что он думает? Любовь, нежность, чувства, эмоции, сексуальная любовь, телесная, он вас хочет. Ему нравитесь вы, возможно, у вас между вами пока еще нет, ничего нет, но ему нравится, как вы его соблазняете, он там представляет, он фантазирует, какая вы, да, можно так сказать. И ему отношения с вами нравятся, он чувствует, что вы его женщина, вот ему такая нужна, как вы. Его намерение по отношению к вам сейчас на данный момент... Он пока еще решается, он точно не знает, он типа вас добился или добивается, а что дальше следует, он пока еще не знает. Скорее всего, отношения какие-то ваши такие, знаете, еще непонятные. Он, если вы только познакомились, то не ждите от него каких-то намерений по отношению к вам резких, да, чтобы он что-то там сразу через месяц повел вас в ЗАГС. Нет, но что-то такое он еще для себя думает. Если вы с ним в отношениях, то я бы сказала... Но и он ничего такого применить особенного в отношениях и не хочет. Ему и так все достаточно. Вы есть такая мистическая нежность, любовь, чувство между вами есть, но ему больше ничего не хочет делать, ему ничего не надо больше. Какой же итог между вами будет, да? Какой же итог? Ну какой итог здесь может быть? Один всем управляет, а другие за ним идут. Видите, здесь шут, первый обнуленный аркан глупца, дурака, видите? Правда, здесь мальчик такой хитренький, который играет на дудочке, привязал себе вот этого петушка, и мышки все за ним идут. Помните из сказки, да? Когда он начинает играть за дудкой, и все мыши к нему. Вот здесь то же самое. Он просто очень хорошо управляет вами, и вы никуда деться не можете. А хотя, с другой стороны, может быть, и вы им так управляете. Здесь я шутом, может, дурачком, да, вот этим глупцом, может быть и вы, так как вы имеете такую некую мистическую, можно сказать, ведьмовскую силу, и управление все под, над вами, да? Нет, например, под вами. То есть вы управляете, да? То... Я могу так предположить, что вот эти мыши или же петушок, да, вот эта курочка, нет, петушок, это, скорее всего, он. Возможно, вы управляете, а может быть и он. Будьте осторожнее. Дальше, кто загадал цифру 2? Вторая карта. Итак, его чувства к вам, он боится, я не знаю, чего он боится, страхи какие-то есть, ночью не спит.
подозревает, наверное, что-то или боится вас, что ваши отношения с ним кто-то узнает, если он женат, то жена, или, может быть, я не знаю, ну вот что-то такое, да, вот он чего-то он боится, может, он вас боится, чтобы вас к себе близко не приближать. Он боится своих чувств, возможно, к вам по отношению. Влюблюсь и все, потом погрязну. И кто меня будет потом доставать в этом омуте любви? Вот что-то такое. Что он думает об ваших с ним отношениях сейчас на данный момент? Что он думает? Он вырваться не может. Он, знаете, как будто уже он влюблен, я так предполагаю, что этот мужчина уже влип, да? И он хочет, наверное, скорее всего, я не знаю, вырваться, может быть, не быть так сильно в вас, нуждаться так в вас, но он чувствует, что уже все. Безвыходное положение. Может быть, вы постоянно его контролируете, ревнуете и так далее. Его намерение по отношению к вам сейчас. Ну, с одной стороны, он хочет, скорее всего, наверное, где-то, да, вырваться. А с другой стороны, он получает удовольствие от того, что он такую женщину просто покорил, неимоверную. Так было тяжело. Наверное, вы ему с таким трудом давались. Но он все-таки сделал это. С такой тяжестью он вас получил. Он завоевал вас. Ну, не совсем ему, конечно, комфортно. Где-то он побаивается, он чего-то боится все-таки. Но удовлетворение внутреннего, как мужчину-победителя, который все-таки взял, у него это и присутствует. И вот это вот намерение вас покорить, да, у него также это присутствует. Скорее всего, у него он это получит. Он вас покорит. Намерения, потому что у него такие. Какой же будет итог? Ну, какой будет итог? Я бы даже сказала, что, скорее всего, вы, наверное, будете с ним. Вы уйдете, может быть, от родных, близких и будете заниматься этим мужчиной. А может быть такое и наоборот, что вы не будете заниматься этим мужчиной, а уйдете в сторону своих родных и близких. Здесь нужно однозначно смотреть. Ваша ситуация с ней немножко сложная. Да, сложная, здесь однозначно не скажешь. Но здесь на перепутье стоит женщина. И, скорее всего, вы будете думать, все-таки мне быть с ним или со своими родственниками, родными, близкими, как будто мне себя еще другим отдавать или только вот на этого мужчину себя отдавать, да? Как мне поступить? Вы будете как бы на перепутье. Так, дальше, что он чувствует, да? Что он чувствует к вам сейчас на данный момент? Любовь, чувства, эмоции, нежность, заботу, интуиция у него шпарит. Он как родным и близким хочет вам быть. Также он обида где-то, может быть, у него, может быть, он обижен, потому что этот мужчина может на ваш только взгляд один обижаться. Что он думает о ваших с ним отношениях сейчас на данный момент? Ну, я бы сказала, что он воспринимает все в штыки. Да, каждое ваше слово, что-то такое, ему все не нравится, его раздражает, он хочет дать отпор, потому что считает, что он прав и так далее. Его намерение по отношению к вам сейчас. Какие могут быть намерения? Он хочет быть близок к вам, он хочет быть настоящим, наивным, как ребенок. И он знает, что вы ему такая и подходите, но я так понимаю, что он пока этого только добивается. А намерение – это естественность, постоянство, какое-то, знаете, детские чувства, желания, неподдельные эмоции, вот это вот все. Он хочет, чтобы вы его понимали, что он не врет, когда он говорит, что он вас любит. Или, например, что-то другое он говорит. Значит, он такой, какой он есть. Это естественное его положение. Его эмоции настоящие, чтобы вы не думали, что он вам врет. Какой же у вас будет итог? Какой итог? Башня, кризис. Вы расстанетесь, разругаетесь. Я не знаю, на какое время. Может быть, навсегда, может быть, нет. Но башня – это падение. Падение двух людей с высоты. Когда вы уже достигли того пика любовного, и уже все между вами рушится. Все, хватит. Сил больше моих нет, называется. Развод, да, и девичья фамилия. Дальше. Кто загадал цифру номер 4? Так, здесь, что он чувствует к вам? Ну, что он чувствует? Он думает, что вы его ждете и будете ждать, наверное, еще целую вечность, потому что, ну, вы сами по себе там, может быть, он уже уходил, приходил, уходил, приходил. Ну, то есть он как-то знает, что вы такая же, ничего у вас не поменялось, а вы его как ждали, так и будете ждать. Так, что он думает о ваших с ним отношениях?
Ну что он думает? Он думает, в любой момент, когда он может вам постучаться в дверь, вы ему откроете. Или он всегда может позвонить, сказать, я приезжаю, или еще что-то. Ну, то есть он как-то вас уверен. Он такое ощущение, как будто он вас знает от и до. Поэтому как-то спокойно. Его намерения по отношению к вам. Так, какие здесь намерения могут быть? Ну, он ведет себя, честно говоря, не по-мужски где-то, а по-бабски, по-женски. Вот такое что-то есть, черта характера в его натуре. Когда он ведет себя как женщина, капризная. Хочу сегодня шоколаду, а завтра мармеладу. И намерение его, я не знаю, он сам не знает, что он хочет. Правда, он хочет быть и с вами, и хочет быть не с вами. Какой-то он такой... И хочет опекать вас, и оберегать вас, и помогать вам, и в то же время хочет быть сам по себе. То есть вот непонятно, я бы не сказала у него, что у него есть какие-то определенные намерения по отношению к вам. Нету, я этого ничего не вижу. Какой же итог между вами? Какой может быть итог? Здесь женщина, скорее всего, вы, да, я так полагаю, или может быть кто-то другой. Поставит все-таки такую некую точку, наверное. Не то, что точку, а разберется во всем этом. Может быть, вы уже жестко, вам надоест же, сколько можно такое терпеть, правильно? Вы скажете, так, дорогой, давай разберемся. Или мы вместе, или уже все, до свидания, иди своей дорогой уже, не мозоль мне глаза. Или же какая-то некая женщина, которая скажет, слушай, дорогая, сколько так можно-то? Если ты не можешь разобраться, давай я сейчас помогу. Я сейчас позвоню, я ему сейчас скажу, что надо, и все, да? Ну, вот, может быть, кто-то между вами встанет. Может быть, с другой, с его стороны там кто-то появится. Какая-то женщина, любовница, жена, я не знаю, кто угодно. Да, и который даст разобраться. Если вы разобраться вместе не можете, только там с той стороны быстро разберутся. Дальше, кто смотрит... Так, кто загадал цифру 5? Цифра 5. А что он чувствует? Да, его чувства на данный момент к вам. Ну, какие могут быть чувства? Он делает вам предложение руки и сердца, дорогая моя. Ты готова быть со мной до скончания века? То есть вот какие-то предложения. Здесь предложения могут быть как любви. Вот то, что я и сказала, руки и сердца. Также это предложение может быть какой-то денежным порядком, помощи какой-то. Но больше как любви. Так, и чувствует он к вам вот эту вот любовь? Конечно, не на таком она сильном чувстве, как вот прям люблю, жить не могу. Нет, но это только начинающее, может быть, какое-то чувство. Если вы только начинаете вместе жить или только познакомились, оно только возрождается, да? Он готов вам сделать предложение. Если вы уже вместе с ним живете, то я могу сказать, что, ну да, он тоже чувствует к вам любовь, он вас уже знает. И эмоции, чувства, он готов вам с вами это делить. Что он думает о ваших с ним намерениях? Нет, на отношениях. Что он думает об ваших с ним отношениях? Ну, я бы сказала, что он думает, что вы достаточно терпеливая, вы готовы ждать его. Он именно такую женщину, кстати, выбирал, терпеливую. Его действительно надо терпеть, другая женщина не выдержит. Поэтому он думает, что, ну, это вот слюбится и стерпится, то есть эта женщина будет меня терпеть, я уверен. Дальше. Его намерения по отношению к вам сейчас. Ну, какие могут быть намерения? До него достучаться еще надо. Он все равно, что умер. Он пока, знаете, такое ощущение, что он вам говорит, типа, давай будем вместе, а потом исчезает куда-то, непонятно. И ты жди его. Вот так вот сиди и жди его. Да? Не знаю, там неделю, две, месяц. Здесь то же самое. Он много устает, много работает, и вот так исчезает. А ты над ним уже склонившись, уже, я не знаю, ждешь, все ждешь, уже чуть ли не плачешь, чуть ли уже не умираешь сама. А до него все достучаться надо, и объяснить ему нужно. Дорогой, ты меня там не забыл? У нас с тобой отношения. Это для тех, кто, да, вот отношения только созревают, да, между чувствами между вами. Если вы уже с ним живете, то он просто такой мужчина. Он приходит, наверное, скорее всего, уходит рано утром, в 7 часов, приходит где-то к 10. Потому что его целым днем постоянно нету. Но при всем этом он говорит, я тебя люблю. Да, я с тобой вместе, я же тебе муж. Ты что, забыла, что ли? Так я к вечерам приду же. А ты сиди вот так жди, когда он появится. Так, какой же итог между вами, да, в отношениях итог? Какой может быть итог, дорогая моя?
Этот мужчина так и будет уходить, приходить, уходить, приходить. Ну, на работу домой, на работу домой, если вы в паре. Если вы не в паре, то он будет исчезать и появляться. Ну, потому что этот мужчина, он не только к вам привязан, он привязан еще к своей какой-то жизни определенной, да, рабочей там, скажем, своей личной еще какой-то, может быть, жизни, если вы не постоянно в паре. Это надо тоже понимать. Он не может к вам быть привязан, как собачка на поводке 24 часа в сутки вместе или 12 часов. Он так приходящий, уходящий и будет дальше. Ну, это такого вы мужчину выбрали. Ну, что здесь поделать? Дальше, итог, да, вот этот. Так, кто загадал цифру номер 6? Шестая карта. Его чувства к вам. Карта сила. Какие могут быть здесь чувства? Самые мощные, сильные и сексуальные. Вы просто привязаны друг к другу и оторваться просто не можете. Тем более, что вы в постели прекрасно, потрясающе подходите. Ну, для мужчины я так всегда говорю об этом, что это очень важно. Найти себе женщину, которая будет его устраивать в постели особенно. А если еще и на кухне, это потрясающе. Я уверена, что вы и вкусно готовите. Вы такая еще повариха, наверное, да, там вообще просто. Так, чувство так, что у него очень сильное. Оторваться он от вас не может, он привязан к вам, потому что вы настолько духовно красивая, сексуально наполненная, богатая внутренняя женщина, что просто привязали к себе этого настоящего льва. Так, что он думает о ваших с ним отношениях? Что он думает? 7-5 на неделю, то хорошо, то плохо, вот, он, вот так он и думает, вот так вы с ним и живете, так скажем, да, существуете. Потому что, как он только уйдет, вы начинаете переживать, нервничать. Когда он рядом, вы начинаете мозг ему, да, выносить там. Ну, как-то вот, вот у вас колесо фортуны, эта дама капризная. Сегодня с ней хорошо, завтра с ней плохо. Вот она так, точно так же по отношению к вам и ведет себя. Иногда вы вместе, вам хорошо, иногда между вами становится очень плохо, невыносимо. И вы рыдаете, плачете, а он где-то уже далеко, он убежал уже. Вот он и думает об этих отношениях. Почему у нас нету какой-то золотой середины? Почему у нас вот так вот штормит? То плохо, то хорошо. То тишь, то гладь. И то шторм какой-то, да? Буря в отношениях. Итак, его намерение по отношению к вам. Так, ну, здесь я так полагаю, что он хочет управлять всеми этими отношениями с вами, чтобы вы его слушались. И, ну, я так полагаю, что у вас сильный характер. Вы не то, что его вообще никого, наверное, не слушаете, кроме себя. Но здесь он хочет управлять, конечно, он хочет, чтобы он считает себя умным, мудрым, с интуицией, и вы должны говорить, да, дорогой, так, дорогой, точно, дорогой, вот как ты сказал, так оно и есть, да? Хотя здесь все, то, что он сказал и там надумал, все неверно. Но он хочет, чтобы вы его к нему прислушивались, ему подчинялись. И вообще намерения у него такие. Он хочет, чтобы только была между вами любовь присутствовала, чувства, эмоции, нежности, теплоты, гармонии. Таких, знаете, родственных чувств, понимания, доброты. Вот, вот этого он всего хочет. Не выяснение отношений и разговоров, а любви телесной, сексуальной просто, понимаете? Вот чтобы он, чтобы вы с постели просто не вылазили с ним. Вот, вот, вот он хочет просто любить и наслаждаться любовью, а не выноса мозга и объяснений чего-то еще другого. Вот намерения у него такие. Какой же итог между вами? Так, итог это, понимаете, я так полагаю, что он к вам, вы к нему рветесь, бежите, мчитесь, но всегда что-то останавливает вас. Если вы хотите позвонить ему или сказать ему, дорогой, я тебя хочу, приезжай, или что-то еще в этом роде, а потом сидеть думать, нет, не надо. Ой, не надо, нет, нет, только не сейчас, а то сейчас такое начнется, сейчас опять мы поругаемся через час с ним опять. То есть, как будто, знаете, вот вы испытываете друг другу страсть, и в то же время как будто себя останавливаете. Нет, не надо. Сейчас я ему напишу, что я тебя люблю, без тебя не могу. Ага, он к вечеру мне такой концерт устроит, да? Вторая часть Марлезонского балета, блин, будет. Нет, лучше я это не сделаю. И точно так же у него. Когда он хочет вам написать или приехать, или что-то еще, вот прям порыв в вашу сторону, написать вам что-то приятное, он как будто себя сдерживает. Давай я напишу, что, типа, ты мне нравишься, а то, что я тебя люблю, писать не буду. Нет, не надо, а то он на голову сядет вообще конкретными потом. То есть вот у вас такие вот такие сдерживания идут и с вашей стороны, и со стороны вашего мужчины. Поэтому думайте. Вот такой расклад.
Я надеюсь, быстро все протараторила. Я всегда хочу все быстро, по максимуму донести, чтобы меня услышали и поняли. Но я вам всем желаю, чтобы у вас было все хорошо с вашими мужчинами, чтобы вы друг друга понимали, чувствовали, чтобы у вас было все просто отлично. Всем желаю всего хорошего, удачи, большой огромной любви и всего всем хорошего. Спасибо, до свидания.